Давай пока экипаж понял, будет задача по потоку, а просто пустой. В направлении. Третий выстрел в цель. РПГ. Отстрелял, поразил. Танковый батальон 228-го отстрелкового полка выполняет третье упражнение контрольных стрельб штатным снарядом с танка Т-72Б. Вот. Упражнение заключается в поражении дальности 1700, 1600, 1500 метров. Также безоткатные орудия, которые появляются движущиеся на дальности 1200, 1900, зависит от варианта пока цели. И ручной противотанкогранатомет, который появляется на рубежах 600, 700, 800. Если сравнить декабрь, январь месяц, то сегодня уверен, что экипажи выполняют упражнение уверенно, на твердую, хорошую оценку. Хотя из опыта Сирийской Арабской Республики, в настоящее время да, скорострельность она вырастает. Мы ставим задачу и цели, чтобы наши военнослужащие, наводчики, командиры впервые их обнаружили цели и впервые открыли огонь, тем самым поразили цель.